В нашей области иностранную делегацию интересуют исключительно кролики и рыба. Для европейцев, несомненно, важно, что из России попадает им на стол. Поэтому за 4 дня, которые комиссия пробудет в нашей области, она проверит от и до, как производят и чем кормят кроликов и рыб, какую продукцию в конечном итоге им поставляют. Я думаю, все понимают, что сегодня в России не такая простая, я бы сказал, обстановка по экологии. Наша область далеко не самая лучшая с точки зрения экологии. Не хочу сказать, что все так просто, и нам кажется, что сегодняшняя работа комиссии покажет нам перспективы деятельности, и где мы должны подтянуть те вопросы, которые, наверное, будут еще указаны в рекомендациях. Кроме того, будут проверены аптеки, которые продают ветпрепараты для продуктивных животных – свиней, овец и коров. Всего комиссия Евросоюза побывает в 3 российских областях, помимо нашей, Московской и Белгородской. Там будет исследоваться качество молока и мяса. О результатах проверки станет известно не раньше, чем через 2 месяца. И думаю, что действительно сегодняшний аудит подтвердит, что Еврокомиссия приехала в Оренбурге не зря, что сегодня Оренбурге производит продукцию, которая сегодня отвечает всем требованиям, нормам, санпина, вес законодательству и готова идти сегодня на европейский рынок.